Липецк, полдень, железнодорожный вокзал. До прибытия Олимпийского огня еще почти 2 часа. Но липчане собираются заранее. Посмотреть, потому что такое событие действительно бывает раз в жизни. Этого момента и ждали тысячи горожан. На перроне Олимпийский огонь встречает небольшая делегация. Всего несколько минут, чтобы запечатлеть исторический момент, и вот уже хранители огня спешат к липчанам. Липецкие чиновники от хранителей не отстают, тоже в форме, но с родной местной атрибутикой. Шапочки с липой видны издалека. И вот он, самый торжественный момент – зажжение факела. Первым огонь в свои руки принял участник 3 Олимпиад, чемпион мира по стендовой стрельбе Виталий Факеев. Старт эстафете дан. Свои 200 метров Виталий Факеев бежит неспешно. Переполняют эмоции. А они здесь похлеще, чем на самих спортивных состязаниях. Здесь было очень волнительно, потому что это бывает раз в жизни. Олимпиады, это их они через каждые 4 года, а это в стране может быть раз и все. А в этом факелоносце с красным помпоном на шапочке и разноцветных перчатках не сразу узнаешь губернатора. Обойти стороной столь значимое событие Олег Королев просто не мог. А для этого пришлось побегать в качестве подготовки. Зато свою дистанцию Олег Королев преодолел на одном дыхании. К моим годам уже с дивана не поднимешься. Поэтому бегать надо любому человеку, но хотя бы 2 раза в неделю хорошую зарядку. Улица за улицей. У каждого факелоносца свой личный маршрут. Алексей Чернобаев времени не терял. Перефотографировался со всеми родственниками и друзьями. Остановить его смогли лишь волонтеры, когда огонь показался на горизонте. Я еще вообще как-то в шоке все. Родственники фотографируются. Столько эмоций, столько ощущений. Я еще не вижу, куда бежать. В общей сложности липецкие факелоносцы сегодня пробежали больше 30 километров. Эстафета продолжается и сейчас. Светлана Федоренко, Наталья Медведева, Олег Писарев, Юрий Талдыкин, ТВК «Новости».